Воспитанники танцевальных коллективов не только показали зрителям свой талант, но и поделились с публикой своим весенним настроением. Из отдельных танцевальных кусочков на сцене родилась целая картина, собранная из различных направлений, жанров и стилей хореографического искусства. Первыми на сцене выступили участники дэнс-клуба «Модерн». Маленьких колокольчиков на сцене сменили часики. Перевоплотились в героев любимых сказок и предстали перед зрителями в образе самураев и пиратов ребята из хип-хоп-студии «Форсаж». Затем зрители перенеслись в далекие звездные миры и увидели космические танцы под названием «Фэнтези», «Космос» и «Фигурный вальс» в исполнении коллективов «Модерн», «Форсаж» и «Феникс». Отчетный концерт был многогранным, а выступления десногорских танцоров – яркими. Атмосфера в зале была праздничной, несмотря на то, что образцово-хореографический коллектив «Дэнс-клуб Модерн» в тот день покинули его выпускницы. Есть опытные у нас танцоры, которые нас покидают, даже независимо в будущем, если они не пойдут по танцевальной деятельности, но я думаю, что в жизни им это все пригодилось. Выпускницам Алине Андреевой, Дарье Ковалевой и Ксении Симоновой вручили заслуженные благодарственные письма за многолетнюю активную деятельность. Под лирическую музыку «Волшебная сказка» под названием «Танец» подошла к концу, и на сцену пригласили выступающие коллективы и объявили их руководителей. Бурными аплодисментами отблагодарил зал танцоров за яркую и многогранную танцевальную программу. Виолетта Ефименко, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.